Здравствуйте! Представляю вам бензиновую воздуходувку Эхо ПБ-770. Она предназначена для уборки листьев, мелких веток и мусора с загородного участка. Инструмент оснащен двухтактным двигателем, мощность 4,2 лошадиные силы. Максимальная скорость подачи воздуха 91 метр в секунду. Цилиндр с хромированным покрытием повышает износостойкость двигателя. Объем бензобака 2 литра. Его прозрачность позволяет отслеживать уровень топлива. Воздуходувкой легко управлять. Все элементы вынесены на рукоятку. Сама рукоятка способна менять угол рабочего положения. Антивибрационная система способствует меньшей утомляемости. Кроме того, для удобства инструмент имеет ранцевое крепление и ремни для спины. В комплекте поставляется гибкий шланг и две прямые трубы.